Сейчас уберу длину. Вот настолько. Сделаю прямой срез. Помою волосы. Оплачу. Ну, где-то, блядь, где-то чек тут лежит. А, вот он. Бахилы еще велели надеть. 400 рублей. Сейчас все сделаю. Направлю себе. Волосы прям длинные. Надоели. Того клиента уже заканчивают подстригать. Сушат волосы уже. Собрала все свои манатки, сюда положила. Женщина ушла. Там уже все подмели. Сейчас придет меня подстригать. Да вообще смысла не вижу идти куда-то в салон, если мне нужен просто ровный срез. Как раз эта цена 300 рублей. Иду, замытью волос еще 100. Сейчас вот так вот оближу. Щих-щих-щих. Все, идеально. Нет, вы лежите спокойно, а то вы мокрые будете. Ну. Башка пенится. Посмотри, как у меня хорошо. Да чего вы боитесь меня замочить-то? Я ведь не сахарная. Нет, я не боюсь. Лейте нормально, да и все. А то что-то ладошками закрываете. Как это положено. Так. А, да? Да. Волосы в раковину сбежали. Да. Запутались немножко. Сейчас я свои косы-то состригу. Три волосинки свои. Сейчас себе налажу производство. О. Можно же приходить просто волосы мыть, да? Можно. О. А почему нельзя? У нас есть специальная услуга, такая мытью головы. По дороге на работу, например, люди заходят, да? Да. Можно. Летом постоянно, вот даже воды когда не было, люди приходили, мыли головы. Идеально просто. Так, голову не крутим. Ага, ну сколько срезали мы? Столько. Да. Столько. Не, больше. Больше? Вот конечно. Столько, да? О! О! О, сколько срезано! О! А что заставляют маски носить? Или это ваша? Нет, это я просто, это, когда подстригаешь, волосы мелкие летят. Аллергия тоже будет. Это. Так, понятное дело. Такие коротенькие. Так хорошо, да? Я шампунь дома закончился. Красота. Какие коротенькие. Ой, какая красота. Какое наслаждение, а? Какое наслаждение. Коротыши прям. Слава Богу. Срезала по самым коротким, которые у меня были. Вот тут вот, на щеках-то. Сейчас можно в хвостик не забирать. Как хорошо. Ой, блядь. Бахилы забыла снять. О. Господи, ты ж боже мой, а. Сейчас надо где-то искать мусорку, чтобы выбросить. Фу. Тут у нас Лермонтова 103, знать-то, открыли. Все рядышком, все на доме, все на райончике. Вот же где живика. 103, я в 123 живу. Надо бы до магнита дойти. Ой, надеюсь, что открыт. Крем надо мне купить. Не вот в этот вот, не в Берлю, а в магнит косметик сходить.
Я иду даже без рукавичек. Что-то как-то не холодно сегодня. Не свернула в свой завороток-то. Вот же он у меня. Прошла мимо. Хочу дойти до Магнит Косметик. Надо купить шампунь. У меня дома закончился. Шампунь и крем для лица. Потому что этот гарниер, который у меня дома есть, прям сущее говно. Я возьму черный жемчуг. Да, черный жемчуг возьму. Ой, как хорошо в голове. Ой. И надоели мне эти всякие. Во-первых, то, что у меня по щекам волосы короче. Сейчас у меня все ровненькое. А во-вторых, работает, знаете, там Магнит Косметик-то. Вон еще чуть-чуть дайте. Пятеру. Мне в Пятере ничего не надо. У меня волосы все одной длины. Как хорошо, а? Погорячилась я. Вот сейчас руки начинают подмерзать. У нас 14 января. Все еще горит елка. Тут я, вот я сюда, вот, вот в это вот здание. Магнит Косметик. О, какая красота. Новогодняя атмосфера. Тут дорога. А ну глядите. А ну глядите. Как красиво у нас, да? Приезжайте, смотрите и уезжайте. Нам не надо чужих. Я не знаю, у меня вот Ленинский поселок, он самый идеальный для проживания. У меня здесь все. Вообще-то это считается, знаете чем? Это считается при въезде с город с северной стороны. Со стороны Екатеринбурга, первый поселок. Это не центр, но для меня самый охуительный. Самый охуительный поселок, вот реально. Лучше не придумаешь. Все здесь у меня под боком. Лес, дворец культуры, поликлиники, детские большие, детские взрослые, школа, садик, остановки, магниты, пятерки, почта. У меня все под боком. Я живу просто в раю. Везде. И здесь, и в Турции. Ну, так повезло, потому что я человек хороший. Ну, чтобы вы понимали, вот там, вот за этой девятиэтажкой, вот видите, длинная девятиэтажка, там сразу же 30 метров и мой дом. Вот Соврик, вот торговый центр новый построили, Магнит Косметик. Сейчас я быстренько куплю то, что мне нужно. Там вот такие вещи, как туалетная бумага, у меня много есть, еще даже останется. Порошок, вот сейчас я и стираю весь, куплю перед отъездом. Это... Нет, это не работает дверь? Нет? Ладно. Здрасте. Здрасте. Ой, прошу прощения. Подержали. Спасибо. О, блядь, Сашин сын. Ну, как хорошо. Я помню, где крем стоял. Так, все правильно пришло. О, Лореаль, которым я пользуюсь в Турции. Ревиталист. Мне не надо. Мне нужен черный жемчуг. Ну, не ей это говно. Вот такой у меня сейчас крем. Не берите, девочки. Вот такой у меня крем. Где, блядь, черный жемчуг? Что, нету, что ли? Что, охерели? Здесь, может? Чистая линия. Блять, все, что, кроме того, что нужно. Где, блять? Нету? Это что? Лореаль. Похож делать нету. Абрикосовый скраб. 419 рублей. Че, ёбнулись, что ли? Я сейчас покажу, какой надо покупать. Вот такой надо покупать.
Вот он. Самый лучший. Лучший в мире нету. Ой, блядь. Нету нахер. О, черный жемчуг. Вот. Фу, я уж напугалась. Так, 60+. Я уж напугалась, что нету. Так, крепляет, повышает. Так, вот это мне надо сейчас выбрать отсюда что-то. Обыкновенный надо взять питательный. Эффект подтяжки. Четкость, это не омега кислоты. 46+, 56+. Это что такое? Блядь. 540. Как бы не забыть потом рукавички. Бузова. Возраст где написан? Без возраста. Я ничего не могу понять. 60+, 60+. Лифтинг-конфект. Такой может быть взять? Ну, потому что вот такой. База под макияж подходит. Такой мне не подходит. Либо этот надо взять. Либо вот этот. Стоит одинаково. Концеровара, овала лица и шея. Сколько тут миллилитров? Не написано, блядь. 50. А здесь крем-маска. Крем, да пошли вы нахуй, крем-маска. Крем-филлер для лица. Крем-скульптор. Вот это возьму. Лифтинг-эффект, разглаживает морщинки. Липосом. Это что такое? Короче, вот это вот до конца не использовать, потому что он в спрее. Со дна пульверизатором не выйдет. Возьму вот этот вот крем-маска. Вот крем-филлер возьму для лица. Вот этот вот возьму за 500 рублей. Вот этот возьму. Все. Вот этот. Потому что больше ничего нет. Лореаль еще есть. Лореаль. В Турции буду пользоваться лореалем, потому что там у них нет черного жемчуга. На всякий случай посмотрю. Реально. Крем точно такой же, но 45. Тоже 599. Мой столько же стоит. Вот это что? Ночной. Возраст эксперт. 35+. Одна ценовая категория. Может, такой мне купить, блядь? Выгодно. Может, ревитолифты купить? Ну, вот это вот, девчонки, это покупать. Вот это вот до конца вымажешь баночку. А вот это вот до конца не вымажешь. Странно, да? Такой крем дорогой. И в пленке не запакован. Липридерм. А все примерно в одной ценовой хуйне. Может быть и не черный жемчуг. Может быть что-то другое. А что другое? Стволовые клетки. Это не для возраста. Не знаю, блядь, какую взять. Замаялась. У меня просто сухо. Дома жарко. Мне нужно, блядь, увлажняться. Этот не помогает, который у меня есть. Я думаю, что этот поможет. Не знаю. С кремом определилась. Надо шампунь взять. Ой, тут не тут. Не шибко-то это все нравится. Блискор. Я сейчас пользовалась блескуром. Нет, не очень-то я его хочу. Лореаль. Салонный уход. Вот мне как раз то, что нужно. О, увлажнение с маслом гавайского ореха. Вот это я сейчас возьму. Салонный уход. Шампунь. Слушай, стоил он 800 рублей, сейчас 359. Или вот этот можно взять. Да? Салонный, блядь, уход. Эстель стоит столько же. Не, Эстель мне не надо. Вот этот возьму. Вот этот вот.
для увлажнения и гладкости с маслом гавайского ореха. Обладает разглаживающим эффектом, увлажняет волосы, придает естественный блеск. Идеально. Как раз то, что нужно. Ой-ой-ой, купила все, бегу домой, волосы подстригла. Все хорошо, надо водички сейчас еще купить. И вообще будет все срублено. Все здесь, в одном здании. Минералочки бы я взяла. Минералочки. Где, блядь? Кошачья еда. Видите, сам Бог меня вывел на пиво. Минералка-то где? Что, блядь, минералки нет? Соков понаставили. Где она, блядь, минералка? Не, ну здрасте, привет. Минералки нет. Где-то же здесь? А, наверное, вот... Нет. Я вспомнила, где она. Вот. Вот минералочка. Вот. Сейчас куплю минералочки и домой побегу. А, и 5-литровку надо купить. Вот это вот я беру. Люкс вода. И вот наши обычные минералочки возьму. Ага. Итого, блядь, из дома вышло. 400 за подстрижку. Вот за это 732. 732 плюс вода. Тысячи нет. Кого тысячи нет? 700 плюс 400. 1500 нет. Лучше бы сидела дома. Колбаски взяла. Ответочки. Минералочки. Все. Ущерб, блядь. Ущерб не знаю даже сколько. Жесть просто. Блядь, смотри, сидела бы лучше дома. 400 за это, 700 там шампунь, крем. 732. Шампунь выбрала другой, потому что подошла на кассу, а он без скидки. Тот шампунь. Колбаска. 700. 400. Его час в магазине. 1500, блядь, как и не бывало. 1500. Это еще колбаску взяла по акции. Потому что там 48% скидка. Но она мне такая нравится. Блядь, 1500. Сидела бы дома, оно надежнее было бы. Но опять не подстриженная была бы. А так оно хорошо. Вот видите, как тут у меня все на райончике. Вот она елочка. Я сейчас вот так вот сгребу. Так вот, раз. Так, минералочки бы я попила. Блядь. Но не судьба. Все. Пиздовала я домой. Ну, в принципе-то я сама себе нравлюсь. 1500, блядь, как с куста. 1500, сука. Это сколько люди должны зарабатывать? Ну, я не знаю даже. Я серьезно, я не знаю, сколько люди должны зарабатывать, чтобы жить нормально. 1050 в нашем городе? Я уже, блядь, здесь столько денег растрясла. Просто пиздец. Это Катаранжира.